сын. Чего они тебя считают, что ты можешь бежать в любой момент? Тогда было давно. Ну а что ты делала? Они не верят, что я помогаю. Ну вот они же говорят, что она сбежит. Ты что, говорит? Они мне вообще выпрекаешь, говорят, что я тебе курить давал. Я говорю, я ж поперхнулся. Я давал курить. Я вообще ненавижу, когда женщины курят. Какой шутит? Грузит конкретно. Ты хочешь, а ты говоришь, что он хороший. Говорю, он хороший. Змей он. Подколодный. Хороший. Да на полном серьезе. Ты видишь, как он... Мне же порадоваться за тебя. Что, короче, они тебя в Америку не пустят, я понял. Но я тебе скажу, там очень тяжело выиграть. Там уже столько заявок, так что мы в следующий раз поедем. Выиграл. Ну спроси у Господа. Вот спроси у Господа. Ты историю пишешь свою? Вот напиши так, чтобы они все сказали «А!» и поперхнулись все. Вот напиши свою историю. Чтобы они тут не... Вот идите, а до заказа клейте. Хорошо. Вопросов нет. Еще по ночам клеишь, знаешь?